Друзья, приветствую, с вами Борис Коломенский, и сегодня мы с вами рассмотрим еще одно упражнение для переменного штриха. Поехали! Как мы видим, это типичная шреддерская фраза, это по три ноты на струне. Значит, мы играем 16 нот с первой по четвертую струну, и то же самое, начиная с третьей по шестую струну, мы играем еще 16 нот. Для удобства также будет табулатура, и, скажем так, она немножечко более интересно завернута, эта фраза, ее можно зациклить. И особенность заключается в том, что у нас идет постоянная смена. То есть первые две струны мы играем внутренним штрихом, то есть начиная с удара вниз, строго переменный штрих. Вот. Да, а дальше уже со второй струны на третью мы переходим внешним штрихом. И так вот по всем шести струнам, то есть у нас идет постоянно смена с внутреннего на внешний штрих, строго переменный штрих. Вот. И как бы мы тем самым прорабатываем все струны, ну и позволяет как бы скоординировать работу левой и правой руки. Ну а с вами был Борис Коломенский. Если это упражнение было вам полезно и позволило так же, как и мне, улучшить свой переменный штрих, координацию левой и правой, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди будет много интересного. Всем пока!